ребятишки, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Неркин, и добро пожаловать на новенькое видео. В сегодняшнем видео я вам расскажу про суперсекретный новый тип мира в Майнкрафте. Если готовы, то ставьте лайк, а мы с вами будем начинать. Погнали, бум! Сегодня порекомендую вам канал крутого чувака, его зовут Билли, он снимает смешные ролики по Майнкрафту, а также Майнкрафт летсплей по PlayStation 4 версии Майнкрафта и по версии для компьютера. Очень интересно, очень занятно, подписывайтесь, ссылочка будет в описании. За секунду будем начинать, а я немножко скажу небольшое предисловие. В общем, поздравляю всех с началом учебы, желаю, чтобы вы хорошо учились и получили отличные оценки. Но я вам так скажу, могу похвастаться, то что я учусь в Польше, а в Польше учеба начинается с 1 октября. То есть это значит, что у меня есть еще целый месяц, и это значит, что я буду пускать видео, по 2 видео в день, начиная от, наверное, следующей недели, потому что сегодня у меня такая вот немножко разгрузочная неделя, потому что в Украине, поэтому мне нужно немножко освоить, так сказать, немножко отдохнуть от того, что я работал, и поэтому будет 2 видео в день выходить с понедельника, а завтра, знаете, что вас ждет? Завтра вас ждет Майнкрафт-открытие, и потом будет Майнкрафт-открытие на 200 тысяч подписчиков, просто 10-минутное видео, более 10-минутного видео, я его уже почти закончил, но это на 200 тысяч, она выйдет не завтра, а в следующий, на следующей неделе. А завтра выйдет обычное такое вот Майнкрафт открытие. Ну, в общем, оно будет офигенно тоже крутое, так что вы тоже готовьтесь. Так что ждите, приходите со школы. Или стоп, завтра суббота, завтра выходной, отлично. Ну что ж, ладно, начинаем. Нажимаем на синглплеер и дальше создаем новый мир, друзья. Я думаю, многие из вас задавались вопросом, что у нас здесь какие-то. Вот есть настроечки мира, и вот есть World Type Default, Super Flat, Large Biomes, Amplified, Customized и Default. То есть вы все прекрасно понимаете, что они такие существуют, но есть еще один небольшой секретненький такой вот тип мира, именно только для программистов, ну, не для программистов, такие для тех, кто работает над Майнкрафтом, над текстурами и тому подобным, над модами, так сказать. И вот этот мир. Зажимаем Shift, друзья, зажимаем Shift, это самое главное, и кляцаем на World Type, и дальше кляцаем, и вот что у нас получается. Это все с зажатым Shift'ом, и у нас получается World Type Debug Mode. И нажимаем «Создать новый мир», друзья. Нажимаем «Создать новый мир». И что мы видим перед собой, друзья? Вот что мы, мать его, видим. Видим вот что. Я, кстати, вот с шейдерами играю. Воу. Просто я сейчас снимаю на своем компьютере, не на ноутбуке, как всегда, а на компьютере. И я просто не помню, что здесь есть все. У меня есть исключены шейдеры. И видите, вот здесь все блоки, которые существуют в Майнкрафте, все разделены в таких строчках, так скажем, как они могли бы выглядеть в Майнкрафте вообще. То есть смотрите, сколько есть строчек редстоуна, как он может выглядеть, активирован, не активирован, повернут, не повернут. Также есть множество разных блоков, например, таких вот как домики. Я не в том креативном режиме. Давайте я все-таки перейду в режим креативный, а не в Game Mode 3, чтобы спектатор мод. Я не хочу, это очень плохо. И знаете, что у нас здесь даже есть печи, которые развернуты в разные стороны, как они могут смотреться, и даже включенные и выключенные. Это тоже круто. То есть таким образом вы можете проверить ваш текстурпак, работает ли он или не работает вообще. Вот Лиана, как может, даже вот, например, старчки листиков, вот, видите, листики даже вот есть разные, листики, которые будут там с тыковки или с арбузика, они, в принципе, вроде бы одинаковые, как они могут выглядеть, также вот есть лианы, как они могут выглядеть, да, вот, они даже шатаются, такой вот, хула-хупацу, и также что у нас есть, даже еще здесь есть, ну-ка, покажите мне, вот, нитки, смотрите, даже нитки есть, каких они могут быть повернуты, как, куда и к нему, в принципе, присоединены вот таким вот образом, и дальше что у нас здесь есть еще, ну, вот, все то, что мы можем посадить в горшочки, например, кнопочки, редстоун, эти вот непонятные редстоун компарейторы и тому подобное. Все, что у нас вообще, в общем, есть в Майнкрафте, кроме предметов, то только блоки. То есть, как бы, те предметы, которые считаются за блоками, а не предметы, которые считаются за предметами. То есть, например, там, меч алмазный или, например, кирка, это уже предметы. Это не блоки, это предметы. Тут только есть блоки, и таким образом можно проверить какой-нибудь текстурпак. Например, вот я возьму Options, Resource Packs, давайте возьмем, например, Faceful 64, ну, в принципе, всем любимый текстурпак, который все любят, мне кажется, потому что это хороший текстурпак. Вот, видите, вот таким вот образом выглядит у нас текстурпак. То есть мы как бы можем посмотреть, как выглядит текстурпак из всех разных блоков и тому подобное. Кстати, у меня есть один крутой текстурпак, сейчас вы посмотрите на него. Воп, вот так вот выглядит, отлично, правда, смотрите, это 3D-пак, текстурпак, я вам уже его показывал. Видите, он офигенно смотрится, но я вам показывал только на предметы, а это уже на блоки разные. То есть смотрите, вот таким вот образом. О, кстати, я не проваливаюсь в этом мире. Это какой-то странный, очень странный мир. Смотрите, друзья,
друзья, вот разные блоки, 3D-модельки разных блоков, это что у нас? Это какая-то непонятная, это Oak Fence, а что это такое, огромное что ли? Нифига ж себе, это, вы поняли, в общем, что это такое, это просто забор такой, скажем, Redstone Comparator, ё-моё, офигеть, просто невероятно, это, вау, это печка! Черт побери, это печка, это двери. Ну, в общем, вот это вот все выглядит таким вот образом. Можно позалипать. Залипательно, очень интересно. Так что, друзья, такой вот небольшой вышел, небольшой ролик, чтобы он вышел, потому что немножко усталший. По моему голосу, наверное, это слышно. Лучше я сделаю вам что-то, но нежели ничего. Потому что вчера я не хотел выкладывать ролик из-за того, что вчера было 1 сентября. Вы, наверное, плакали, падали в обмороки и тому подобное. Но, в принципе, ладно, еще вы, наверное, радовались тому, что у вас началась школа, друзья, учеба, домашние задания и тому подобное. Так что я не хотел вам мешать, потому что я знал, что вы не будете смотреть в этот день YouTube. Так что на этом все. Если кто-нибудь смотрел в этот день YouTube и не пошел на 1 сентября, напишите мне в комментариях или же поставьте лайк этому видеоролику. Это будет для меня очень огромным плюсом. И на этом все. Всех люблю. Завтра ждите новые видео по Minecraft открытиям. И даже вот смотрите, вот там вот даже есть, видите, блок начинается, все блоки начинаются здесь, даже с блока воздуха. Потому что вы видите, там есть блок воздуха. Ладно, на этом все. Всем удачи. Вот такая вот была интересность в Майнкрафте. Всех люблю. Люблю всем. Пока. Oh, this new crazy mother.